Я хотела узнать, если... Настя,
организации, пожалуйста, конфетки. Я была слишком потрясена просто этой песней, я Ты просто скажи правду. Это просто у тебя вот эти блестяшки такая... Это все, это глаз там просто залип. Девочки, кто с какого года вообще в кей-попе, в фандоме? Пять лет, кто дольше? Вот настоящие старички. Ну, то есть, в принципе, вся команда примерно в одно время начала увлекаться. Да, а кто решил, вспомнил этот танец и решил поставить его? Спасибо тебе за это. Всем понравилось? Девчонки, мы хотели с вами поиграть, в школе вы заявили старый танец, но я не знаю. Опять же, пользователи TikTok узнают такую фичу, когда экран делится на два, да, пополам. Нравится, не нравится, или какие-то предпочтения, там, блондины, брюнеты, ну и такие все радостно в ту или в другую сторону уходят. Давайте, девчонки, сейчас вы встанете вот так вот в шеренгу, и, соответственно, по очереди будут включаться разные треки, доисторические, возможно, многим даже и неизвестные. Бумбари, я за вами слежу. Да не знаю. Соответственно, смотрите, право, да, правая рука, знаю. Левая рука, не знаю. Окей? Может, они побегают? Может, кто-то побегает, кому-то нравится, не нравится, кто знает, не знает. Настя, это как уже сложится. Кто хочет, любит тиктоки снимать, давайте, зажигайте. Настя, ты готова? Да. Я также внимательно следила за командой Бумбари, и вот они тоже, по-моему, все знают.